Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся с вами, как вы уже поняли, в Берлине. Наш стенд не вмещает всех желающих, что видно по фону. Наш сегодняшний собеседник Алексей Токарев имеет очень важную должность. Он не просто фюрер, он гешефтсфюрер. Добрый день, Алексей. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Алексей, фамилия Токарев. Я являюсь руководителем Европейского агентства бизнес-проектов. Компания существует с конца 2013 года. И миссия агентства – это оказание помощи партнерам агентства в продвижении их проектов, товаров, услуг как на территории Германии, так на территории стран Восточной и Западной Европы и бизнесменов из стран СНГ. С ноября 2013 года, чтобы эту миссию реализовать, агентство ежемесячно в Германии, в городе Бад-Зальцуфлен, организует и проводит международные конференции, на которые приглашаются и приезжают предприниматели малого и среднего бизнеса. Таких же предпринимателей мы приглашаем из стран Восточной и Западной Европы и из стран СНГ. На конференции за круглым столом каждому участнику предоставляется время, чтобы представить себя, свой проект, свои предложения, товары, услуги. Таким образом, осуществляется живой прямой контакт предпринимателей малого и среднего бизнеса, приезжающих на эти мероприятия из разных стран. 4 месяца назад мы встретились с Сергеем Сибиряковым. Мы пригласили его на нашу конференцию. На конференции он представил проект SkyWay. Очень многим проект понравился. Увидели очень большую перспективу в этом проекте. И буквально через неделю компания SkyWay, Сергей и Алексей, представители этого проекта, стали партнерами агентства. И 4 месяца подряд они приезжают на наши конференции, представляют проект SkyWay, который очень многим понравился. И вот сегодня представители нашей компании, партнеры агентства, приехали на выставку в Берлин для того, чтобы уже своими глазами увидеть то, о чем мы слышали 4 месяца. Впечатления очень такие позитивные. По той причине, что выставка организована очень хорошо, сам стенд SkyWay очень ярко-красочно оформлен. Я уверен на 100%, что в самое ближайшее время мы будем пользоваться этим транспортом. Единственное, остается пожелать, чтобы все препятствия, какие могут возникнуть у компании SkyWay на этом пути, были преодолены. Ну а со своей стороны мы обещаем, что будем способствовать пропаганде именно нового вида транспорта в Германии на наших конференциях. Спасибо. Спасибо вам большое. Надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем. Поддерживайте наш проект. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay. Когда вы станете частью проекта, то ваши товары, услуги и все то, что вы имеете предложить миру, будут продвигать такие замечательные, высокопрофессиональные люди. Строй SkyWay! Спасай планету! Спасибо.